Прекрасная новость для молодежи Жамбылской области, у которой нет собственного жилья. 10 июля начался прием заявок на жилищную программу «Аулиата Жастара». О том, кто может подать заявку на получение жилья в кредит под низкий процент и какие изменения будут внесены в эту программу в этом году, узнаете в следующем сюжете. Условия программы. Максимальная сумма займа 15 миллионов тенге. Процентная ставка 5%. Первоначальный взнос 5%. А время кредитования до 19 лет. Кроме того, молодым людям, которые хотят купить жилье, предъявляются следующие требования. В этой программе участвует молодежь Жамбылской области до 35 лет по основным 6 направлениям. Основные критерии программы это обеспечить доступным жильем работающую молодежь. Получить жилье по упрощенной схеме кредитования – мечта каждого молодого человека. Одним из таких молодых людей является Абылкаир Сабрулы. Он совсем недавно женился, и теперь у него есть семья, с которой он хочет обустроить свое собственное жилье. Мы принимаем участие в этой программе. Сумма первоначального взноса составляет 5%. В общем, для нас, как для молодежи, это очень хорошо. Дай бог, будет все стабильно. У меня счастливая семья. Темпы развития этой программы неплохие, хотя стартовала она только в прошлом году. Уже сегодня подали заявки около 30 граждан, желающих получить жилье. И по мнению экспертов, это число будет увеличиваться. Прием документов будет длиться 10 дней. Илария Вавлиди, Ермек Асаубаев, Айкын Акпарат.